Фильмы про роботов для воспитанников Альметьевской станции юных техников уже давно не фантастика, а реальность. Дети вместе с преподавателями на протяжении пары лет придумывают и мастерят их сами. После этого задают им необходимую программу. Его зовут Хоккеист, он может пинать шарик и ездить. В Нефтеграде проходит республиканский конкурс-выставка поделок из природного и бросового материала «Пятое колесо». На стендах представлены уникальные работы 75 образовательных учреждений из 10 муниципалитетов. Юным талантам подобные конкурсы необходимы как воздух. Если не будет конкурсов, значит все замрет. Не будет движения. Это как кровь. Останови, и все остановится. Это кровь вот, творчества. Каждый раз приезжаешь, я говорю, в этот раз приехал, вообще поразился. Такого творчества, и при том, что еще почти 900 учащихся, 800 работ. Соревнуются участники в 9 номинациях. Альметьевцы рассчитывают на победу в моделировании. На конкурс выставили настоящий шедевр – радиоуправляемый американский истребитель F-15. Делали его быстро, но не от того, что сроки поджимали, а так как скорее хотели увидеть конечный результат. Видите, есть система управления с закрылками, электродвигатель. Современный бесколлекторный двигатель, у которого тяга до 10 ньютонов. И он как реактивный самолет настоящий летает. Одним детям по нраву конструировать роботов и самолеты, а другим делать цветы из бумаги и лепить. Композицию из мультфильма «Маша и медведь» слепили из обычного соленого теста. А этот аппетитный торт так и хочется попробовать. Но портить конкурсные экспонаты нельзя. Да и несъедобные они, зато красивые. Из бросового материала.